Привет, ребята! Хотите посмотреть сегодня что-то классное? Да, хотим, хотим! Ура! Хорошо! Мы направляемся на военную базу! Поспешите, давайте в темпе! Что мы видим, ребята? Мы видим танк! Действительно, на военной базе он самый главный! Привет, мистер Танк! Чем ты занят? Я защищаю нашу страну и ее границы. Смотрите, вот военный грузовик! Привет, военный грузовик! Куда спешишь? Привет, Боб! Я должен доставить снаряжение солдатам. Мне нужно ехать. Привет, скорая помощь! Ты выглядишь уставшей! Привет, Боб! Это потому, что я всегда нужна. Чем же ты занята целый день? Я развожу раненых в больницу. Такая ответственная работа! Да, мистер Боб! А что это показалось из воды? Минуту назад здесь ничего не было! Привет, Боб! Я мистер Субмарина. Мое название означает «под морем». Я могу быть как под, так и над водой. Привет, субмарина! Привет, Боб! Как ваши дела? Добрый день, мистер военный корабль! Ты бороздил голубые дали! Да, я плаваю по морям и обеспечиваю безопасность берегов! Конечно, это именно то, чем ты можешь похвастаться! Поглядите сюда! Да это же авианосец! Да, это я! Привет, дорогой! Я военная база в море! Все эти самолеты я несу сам! Вот взлетает истребитель! Ух ты! Я летаю очень высоко, я защищаю небо! Глядите вверх, это же транспортный вертолет! Что ты делаешь? Привет, Боб! Как твои дела? Я перевожу солдат по воздуху на короткие и дальние расстояния. Вот летит бомбардировщик. Осторожно, ребята! Ух ты! Привет, Боб, я бомбардировщик. Мои враги меня боятся. Мои бомбы могут уничтожить все наземные и морские цели. Привет, бронетранспортер! Что у тебя под броней? Привет! Я перевожу солдат к местам сражения. Привет, Боб! Как дела? Привет, вертолет! Что ты делаешь? Я как военный грузовик. Протягиваю руку помощи всем. Моя задача — добираться в труднодоступные места по воздуху. Ребята, смотрите! Что это за военный транспорт? Как он называется? Истребитель? Джип? Вертолет? Ну помоги же нам! Нет, это судно на воздушной подушке. Смотрите, вот оно! Я могу перемещаться по любой поверхности. Я направляюсь туда, где большие проблемы. Глядите, ребята, а вот и военный джип. Привет, Боб. Я легко езжу по любым дорогам, и неважно, высокие они или глубокие. Я надеюсь, вам понравилось на военной базе, ребята. Пока. Мне нужно ехать. Пока, Боб. Всем привет! Какой прекрасный день! Давайте сегодня поедем на ферму! Паровозик Боб поехал на ферму, и-я-и-я-оу! И на ферме он увидел уток, и-я-и-я-оу! Кря-кря тут, кря-кря там, здесь кря, там кря, все кря-кря! Паровозик Боб приехал на ферму, и-я-и-я-оу! Паровозик Боб поехал на ферму, и-я-и-я-оу! И на ферме он увидел лошадок, и-я-и-я-оу! Цок-цок тут, цок-цок там, здесь цок, тут цок и го-го! Паровозик Боб поехал на ферму, и-я-и-я-оу! Паровозик Боб поехал на ферму, и-я-и-я-оу!
И на ферме он встретил коров. И-я-и-я-оу. Му-му здесь, му-му там, здесь му, там му, все му-му. Паровозик Боб поехал на ферму. И-я-и-я-оу. Паровозик Боб поехал на ферму. И-я-и-я-оу. И на ферме он встретил свиней. И-я-и-я-оу. Хрю-хрю здесь, хрю-хрю там, здесь хрю, там хрю, все хрю-хрю. Паровозик Боб поехал на ферму. И-я-и-я-оу. Паровозик Боб поехал на ферму. И-я-и-я-оу. И на ферме он встретил куриц. И-я-и-я-оу. Цып-цып тут, цып-цып там, здесь цып, там цып, все цып-цып. Паровозик Боб поехал на ферму. И-я-и-я-оу. Паровозик Боб поехал на ферму. И-я-и-я-оу. И на ферме он встретил овец. И-я-и-я-оу. Бе-бе тут, бе-бе там, здесь бе, там бе, все бе-бе. Паровозик Боб поехал на ферму. И-я-и-я-оу. Паровозик Боб поехал на ферму. И-я-и-я-оу. Собачек на ферме он повстречал. И-я-и-я-оу. Гав-гав тут, гав-гав там, тут гав, там гав, все гав-гав. Паровозик Боб поехал на ферму. И-я-и-я-оу. Паровозик Боб поехал на ферму. И-я-и-я-оу. Кошек на ферме он повстречал. И-я-и-я-оу. Мяу-мяу тут, мяу-мяу там, тут мяу, там мяу, все мяу-мяу. Паровозик Боб поехал на ферму. И-я-и-я-оу. Пока, ребята! Надеюсь, вам было весело! Ребята, хотите разноцветную поездку? Тогда присоединяйтесь! Желтый, желтый я, как солнце. Желтый, желтый я, как солнце. Фиолетовый, фиолетовый я, как виноград. Фиолетовый, фиолетовый я, как виноград. Синий, синий я, как небеса. Синий, синий я, как небеса. Белый, белый я, как облака. Белый, белый я, как облака. Запрыгивай на разноцветный поезд. Поехали, посмотрим яркие цвета. Запрыгивай на разноцветный поезд. В цветное путешествие, ура! Зеленый, зеленый, погляди на листочки. Зеленый, зеленый, погляди на листочки. Красный, красный, смотри на цветочки. Красный, красный, смотри на цветочки. Оранжевый, оранжевый, гляди на домик. Оранжевый, оранжевый, гляди на домик. Розовый, розовый, смотри, какая дверь. Розовый, розовый, смотри, какая дверь. Запрыгивай на разноцветный поезд. Поехали, посмотрим яркие цвета. Запрыгивай на разноцветный поезд. В цветное путешествие, ура! Надеюсь, вам понравилась наша разноцветная поездка. Скоро увидимся снова! Привет, я паровозик Боб. Я езжу по рельсам.
Пассажиры могут сесть ко мне внутрь и поехать в далекие края. А также я могу перевозить грузы из одного места в другое. Поехали, познакомимся с другими видами транспорта. Смотрите, это машина. Привет, Боб. Я еду на пикник. Скоро увидимся, Боб. Ребята, смотрите, вон полицейская машина. Что ты делаешь, мистер полицейский автомобиль? Полицейские сидят внутри меня, и мы вместе ловим преступников. Быть на страже порядка – очень храброе дело. Куда ты так сильно спешишь, пожарный автомобиль? Когда случается пожар, я спешу на помощь людям вместе с пожарными. Смотрите, а вот и скорая помощь. Я везу больных и пострадавших в больницу. Что ты делаешь, мусоровоз? Я собираю мусор. Ребята, смотрите, это же подъемник и экскаватор. Привет, друзья! Что вы делаете? Привет, Боб! Я помогаю подъемнику, перемещаю препятствия. Здравствуй, Боб! А я помогаю загружать и разгружать. Хорошей работы, парни! Смотрите, вертолет летит! Пока, Боб! Привет, эвакуатор! Как у тебя дела? Я буксирую сломавшиеся и разбитые машины. Надеюсь, ребята, вам было весело познакомиться с разными видами транспорта. Привет, я Боб. Я хочу помочь вам выучить цифры. Давайте сосчитаем все предметы на моей платформе. Один фургон. Один. Привет, единичка. Привет, Боб. Двое часов. Один, два. Привет, двойка. Привет, Боб! Три горшочка. Один, два, три. Привет, тройка. Как дела, Боб? Четыре солнышка. Одно, два, три, четыре. Эй, четверка. Так держать, Боб! Пять зонтиков. Один, два, три, четыре, пять. Эй, пятерка. Привет, Боб! Шесть апельсинов. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Привет, шестерка. Как ты, Боб? Семь яблок. Одно, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Привет, семерка. Рада встрече, Боб. Восемь шляп. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Привет, восьмерка. Здравствуй, Боб. Девять леденцов. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Привет, девятка. Привет, Боб. Десять шариков. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Привет, десятка. Рада встрече, Боб. Давайте сосчитаем цифры еще раз. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Привет, ребята! Я Боб. Сегодня мы разучим алфавит. «Эй» — это первая буква, которая нам нужна. Пойдемте, отыщем букву «Эй».
Ребята, вы видите букву «Эй»? Она прячется за фонарным столбом. Хо-хо! Привет, Боб! Эй, поехали со мной! Да, Боб! Би, что ты делаешь там наверху? Я высматривала тебя, и вот ты приехал! Смотрите, ребята, это Си. Похоже, она куда-то идет. Привет, Боб! Си, куда ты направляешься? Я иду в парк. Может, лучше присоединишься к нам? Да! Что ты делаешь за деревьями, Ди? Я играю в прятки! Давай с нами прокатимся. Давай! Привет, И. Как дела? Поехали с нами. Привет, Боб. Спасибо. У меня все хорошо. Я с радостью поеду с вами. Ребята, что это? Ну надо же, это F. Привет, Боб! Привет, G. Куда ты едешь? Здравствуй, Боб! Я собираюсь встретиться с H. Давай со мной! Привет, H. Привет, Боб! G, давай поедем с Бобом! Да! Ребята, следующие буквы I и J. Мы ждем автобуса. Он отвезет нас на летающие острова. Я как раз туда и направляюсь. Давайте прыгайте к нам вдвоем. Дети, посмотрите на Кей. Он на качели. Боб, можно мне к моим друзьям Ай и Джей? Конечно. Ура! Погодите, я тоже еду с вами. Привет, М. Чем ты занята? Привет, Боб. Я иду домой. Может, лучше поедем с нами? Да, хе-хей! Привет, Энн. Привет, Оу. Привет, Боб. Здравствуй, Боб. Привет, Пи. А где Кью? Привет, Боб. Я как раз пытаюсь найти Кью. Поможешь мне найти Кью? Вон, Кью прячется за домиком. Смотрите, ребята, вон буква «С». Здравствуй, Боб. Я жду «Р». Привет, Боб. Ти, привет. Куда ты собираешься? Привет, Боб. Мне нужно в город. Повидаться с Ю и Ви. Поехали вместе к Ю и Ви. Привет, Ю. Здравствуй, Ви. Поедете со мной к W? Да, мы тоже хотим встретиться с W. Поехали вместе. Здравствуй, W. Привет, Боб. Я жду своих друзей. Ти, Ви и Ю. Ты их не видел? Видел. Они уже едут со мной. Присоединяйся и ты. Ура! Поехали! Смотри!
Смотрите, здесь все наши друзья. Можно и нам к ним, Боб? Конечно, X, Y и Z. Было весело, ребята. Скоро увидимся. Я паровозик с фигурами. Чух-чух-чух. Я паровозик с фигурами. Мистер Круг, мистер Круг, ты такой круглый, круглый, круглый. Можешь ты кататься по земле, катаешься везде. Мистер Круг, мистер Круг, ты такой круглый, круглый, круглый. Можешь ты кататься по земле, катаешься везде. Мистер Квадрат, мистер Квадрат, привет, как дела? Сосчитай свои четыре стороны и свои четыре угла. Мистер Квадрат, мистер Квадрат, привет, как дела? Сосчитай свои четыре стороны и свои четыре угла. Мистер Треугольник, треугольник, ты похож на пирамиду. А поехали-ка со мной и вместе с мистером Квадратом. Мистер Треугольник, треугольник, ты похож на пирамиду. А поехали-ка со мной и вместе с мистером Квадратом. Мистер Звезда, мистер Звезда, давай посмотрим в небеса. Твои друзья появятся ночью, какая красота. Мистер Звезда, мистер Звезда, давай посмотрим в небеса. Твои друзья появятся ночью, какая красота. Мистер Прямоугольник, прямоугольник, поехали тоже с нами. Мои вагончики уютные и похожи на тебя. Мистер Прямоугольник, прямоугольник, поехали тоже с нами. Мои вагончики уютные и похожи на тебя. Мистер Овал, мистер Овал, доброе утро, как дела? Смотри, здесь все твои друзья, запрыгивай как нам. Мистер Овал, мистер Овал, доброе утро, как дела? Смотри, здесь все твои друзья, запрыгивай как нам. Пока, ребята! Привет, я Боб! Я знаю веселую песенку про фонетику! Давайте я помогу вам выучить фонетику! Поехали! A для apple, э, э, apple. A для arrow, э, э, arrow. A для э, 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 apple. Яблоко. A для arrow. Стрела. B для ball. B, b, ball. B для balloon. B, b, balloon. B для ba-ba-ba-ba-ball. Мяч. B для ba-ba-ba-ba-balloon. Воздушный шарик. C для car. Ka-ka-car. C для cloud, к-к-клауд. C для к-к-к-к-кар. Машина. C для к-к-к-к-клауд. Облако. D для door, д-д-дор. D для dog, д-д-дог.
D для D-D-D-D-Dog. Дверь. D для D-D-D-D-Dog. Собака. E для Eggs. E-E-Eggs. E для Earth. E-E-Earth. E для E-E-E-Eggs. Яйца. E для E-E-E-Earth. Земля. F для fan, f f fan. F для flower, f f flower. F для f f f f fan. Вентилятор. F для f f f f flower. Цветок. Для green, g g green. G для grass, g g grass. G для г-г-г-г-грин. Зеленый. G для г-г-г-г-грэс. Трава. H для heart. Х-х-heart. H для hat. Х-х-hat. H для ха-ха-ха-ха-heart. Сердце. H для ха-ха-ха-ха-hat. Шляпа. I для ice cream. I ice cream. I для iron. Iron. I для I ice cream. Мороженое. I для I iron. Утюг. J для jar. Ja, ja, jar. J для juice. J, j, juice. J для ja, 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 jar. Банка. J для ja, 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 juice. Сок. K для kettle. K, k, kettle. K для key. K, k, key. K для ка-ка-ка-ка-кеттл. Чайник. Кей для ка-ка-ка-ка-кис. Ключи. Л для ладер. Ла-ла-ладер. Л для лэмп. Ла-ла-лэмп. Л для ла-ла-ла-ла-ладер. Лестница. Л для ла-ла-ла-ла-лэмп. Лампа. М для мейлбокс. М-м-мейлбокс. М для moon. М-м-moon. М для м-м-м-м-мейлбокс. Почтовый ящик. М для м-м-м-м-moon. Луна. Н для nail. Н-н-nail. Н для nine. Н-н-nine. Н для н-н-н-н-nail. Гвоздь. N для n-n-n-n-nine. Девять. O для orange. O, o, orange. O для oval. O, o, oval. O для o, 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 orange. Апельсин. O для o, 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 oval. Овал. B для penny. P, p, penny. P для pear. P, p, pear. P для p, 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 penny. Пенни. P для p, 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 pear. Груша. U для quack. Qua, qua, quack. Q для question mark. Qua, question mark. Q для quack, 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 quack. Утка. Q для question mark. Вопросительный знак. R для rat. R, r, rat. R для rocket. R, r, rocket. R для r, 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 rat. Красный. R для r, 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 rocket. Ракета. S для sun. S, s, sun. S для sunflower. S, sunflower. S
для с-с-с-с-сан. Солнце. С для с-с-с-с-санфлауэр. Подсолнух. Т для томейто. Т-т-томейто. Т для трактор. Т-т-трактор. Т для т-т-т-томейто. Томат. Т для т-т-т-трактор. Трактор. Ю для umbrella, а umbrella. Ю для unicycle, ю unicycle. Ю для а umbrella. Зонтик. Ю для ю unicycle. Одноколесный велосипед. Ви для vase, в vase. V для violet, v violet. V для v vase. Ваза. V для v violet. Фиолетовый. W для white, w white. W для watermelon, w watermelon. W для w white. Белый. W для wa watermelon. Арбуз. X для xylophone, z xylophone. X для Xbox, x Xbox. X для za xylophone. Ксилофон. X для x Xbox. Xbox. Y для yellow, yellow. Y для йогурт, йогурт. Y для yellow. Желтый. Y для йогурт. Йогурт. Z для zero, zero. Z для zebra, zebra. Z для zero. Ноль. Z для zebra. Зебра. Привет, ребята! Чем заняты? Давайте сегодня поиграем в интересную игру с веселыми разноцветными фигурами. А сейчас пусть они сами себя представят. Меня зовут Квадрат. Мои четыре стороны, хоть крути, хоть верти, все они равны. Я Квадрат. Меня зовут Круг. Смотри, как я катаюсь. Вскоре ты поймешь. Мой внешний край бесконечный, потому что я круг, круг. Прямоугольником меня зовут. У меня неравные стороны. Две из них короткие, две другие длинные. Давай их сосчитаем. Одна, вторая, третья, четвертая. Меня зовут Треугольник. Взбирайся вверх на холмик. Спускайся вниз, а теперь немного влево. Скажи, что у нас получилось? Треугольник. Да, я треугольник. Поехали, ребята. Поиграем с фигурами и построим нечто серьезное. Ура! Давайте покажем наши способности. Из фигур мы построим целый красивый дом. У него четыре одинаковые стороны. Как его зовут? Квадрат! Да, давайте поставим его сюда. А теперь скажите мне, какой формы крыша? Треугольник! Да, давайте поставим его на место. Наш дом растет. А что за фигура с двумя длинными и двумя короткими сторонами? Прямоугольник! Да, это прямоугольник. Какой красивый дом мы построили! Да! Ну что же, было классно. Давайте продолжим. А если мы захотим прокатиться? Давайте построим машину. Да! Какая из фигур может все время крутиться? А ну-ка подскажите. Круг! Да, это круг. Давайте его поставим сюда. Нам нужна фигура, у которой две длинные и две короткие стороны. Прямоугольник! Да, прямоугольник.
ставим его сюда. А какую фигуру с равными сторонами мы поставим наверх? Квадрат! Да, квадрат. Он уже на месте. При помощи наших фигур мы построили замечательный автомобиль. Ура! А теперь, чтобы было где отдохнуть, давайте построим дерево, а? Да! В этот раз мы начнем с прямоугольника. Ну, разве не отличный вид? Дети, какая фигура нам еще нужна? Круг, прямоугольник, ну скажи нам! Хорошо, возьмем немного треугольников. Ого, это похоже на красивое дерево. Правда, дети? Да! Ребята, давайте еще кое-что построим. Как насчет небольших качелей? Да, на качелях мы будем кататься целый день! Итак, с какой фигуры мы начнем? Треугольник отлично подойдет для основания. Теперь берем фигуру с двумя короткими и двумя длинными сторонами. Да, давайте возьмем прямоугольник! Теперь давайте его аккуратно сплюснем. Смотрите, получились отличные качели! Сегодня так весело, ребята! Да, Боб! Ура, ура! Нам нужно место, где можно покушать. Давайте сделаем стол и пару стульев. Возьмем 4 прямоугольника. Под таким углом они будут ножками. Смотрятся великолепно. Спасибо тебе, прямоугольник. Теперь возьмем круглую фигуру. Ребята, напомните, как она называется? Круг! Правильно, круг. Положим его сверху. Вот и получился у нас небольшой, симпатичный столик. Теперь нам нужны квадраты и прямоугольники, чтобы сделать стулья. Превосходно! Теперь мы можем сесть вокруг стола. Благодарю вас, фигуры! С вами было весело сегодня! Скоро увидимся! Еще поиграем! Давайте сосчитаем цифры вместе с паровозиком Бобом! Хорошо! Запрыгивайте! 1 утенок, кря-кря-кря. 1 утенок. 2 красных шара, прыг-прыг-скок. Прыг-прыг-скок. 2 красных шара. 3 часов, тик-тик-так, тик-тик-так, 3 часов. 4 бубенца, тили-тили-бом, тили-тили-бом, 4 бубенца. 5 машинок, би-би-би, би-би-би, 5 машинок. 6 деревьев, шур-шур-шур, шур-шур-шур, 6 деревьев. 7 собачек, гав-гав-гав, гав-гав-гав, 7 собачек. 8 барабанов, стук-стук-стук, стук-стук-стук, 8 барабанов. 9 телефонов, дзинь-дзинь-дзинь, дзинь-дзинь-дзинь, 9 телефонов. 10 шаров, бах-бах-бах, бах-бах-бах, 10 шаров. Ну разве не весело? Давайте-ка споем еще разок! 1 утенок, кря-кря-кря, кря-кря-кря, 1 утенок. 2 красных шара, прыг-прыг-скок, прыг-прыг-скок, 2 красных шара. 3 часов, тик-тик-так, тик-тик-так, 3 часов.
четыре бубенца. Тили-тили-бом, тили-тили-бом, четыре бубенца. Пять машинок, би-би-би, би-би-би, пять машинок. Шесть деревьев, шур-шур-шур, шур-шур-шур, шесть деревьев. Семь собачек, гав-гав-гав, гав-гав-гав, семь собачек. Восемь барабанов, стук-стук-стук, стук-стук-стук, восемь барабанов. Девять телефонов, дзинь-дзинь-дзинь, дзинь-дзинь-дзинь, девять телефонов. Десять шаров, бах-бах-бах, бах-бах-бах, десять шаров. Надо же, как забавно! Возвращайтесь, когда захотите, и мы снова споем песенку про цифры вместе с Бобом! Давайте выучим алфавит с животными! Вперед с паровозиком Бобом! Alligator, он большой и зеленый. Крокодил. Би-би-би, a butterfly, летающая королева. Бабочка. Си-си-си, caterpillar. Смотрите, как она ползет. Гусеница. Ди-ди-ди, a dog. Собака. Смотри, как прыгает на лапках. Elephant, с хоботом длинным-длинным. Слон. F-F-F, a frog. Лягушка. У нее длиннющий язычок. G-G-G, жираф. Жираф. От него мы видим половину. H-H-H, a hippopotamus, лежит он в озере целый день. Гиппопотам. Игуана, она словно маленький динозаврик. Игуана. Джей-джей-джей, a jaguar, пятнистый от ушей до хвоста. Ягуар. Кей-кей-кей, a kangaroo, смотри, какой веселый попрыгун. Кенгуру. Л-л-л, a lion, лев. В джунглях королем зовется он. Обезьяна. Прыгает по деревьям. N-N-N, a newt. Тритон. Смотри, он скоро чихнет. O-O-O, an octopus. У него очень много рук. Осьминог. P-P-P, a penguin. Пингвин. Ну разве не забавно он ходит? Перепелка. Высиживает птенцов. R-R-R, a rhinoceros. Носорог. Берегись, у него есть рог. S-S-S, a starfish. Встречается только в морях. Морская звезда. T-T-T, a tiger. Тигр. Кажется, этот заснул. Uriel.
какие красивые рога. Степной баран. Ви-ви-ви, a vulture. Гриф. Летает очень высоко. W-W, a walrus. Морж. Как у него выросли клыки. X-X-X, an x-ray fish. Практически прозрачная она. Звездчатая пристелла. Why, a yak. Yak. Думаю, ему очень холодно. Зи-зи-зи, a zebra. Зебра. Как будто лошадка вся в полосках. Это была песня об алфавите с животными. Ну, разве не весело? Возвращайтесь к нам скорее с паровозиком Бобом. Привет! Я паровозик Боб. Хотите отправиться в космическое приключение? Путешествие в космосе среди планет. Веселимся, играем все. Нас Боб сквозь космос пронесет. Путешествие в космосе среди планет. Веселимся, играем все. Нас Боб сквозь космос пронесет. У нас Меркурий тут, так близко к Солнцу он. Какой горячий он! Мы не хотим сгореть, мы в безопасности. Не будем близко подходить. Сиди и загорай, ты с головы до пят. Смотрите, тут Венера, она вся в облаках. Но если кто внутри, давай им покричим. Привет! Есть тут кто-нибудь? Она формой как Земля, но там никто не живет. Давайте ехать дальше, наша планета нас ждет. А что это за голубизна? Да это же наша Земля. Океаны на ней и моря, а еще леса и снега. Мы можем жить на ней, у нас есть воздух. Совсем не жарко нам, ну и не холодно. Угадай-ка, что впереди? Это красная планета. Давайте взглянем ближе, какая красота. Четвертая она идет сразу после нас. Ты знаешь, как ее зовут? Название ей Марс. А вот Юпитер, гляди, какой большой. Он самый крупный из планет, один как тысяча земель. У него есть красное пятно и много лун. Ребята, полетели дальше вместе с нашей песенкой. Путешествие в космосе среди планет. Веселимся, играем все. Нас Боб сквозь космос пронесет. Смотри, какая красота, планета с кольцами. Сатурн ее зовут, давай прокатимся вокруг. Ох, много как колец, кристаллики в них льда. Хотел бы я тут пожить, вот было б классно, ура! А здесь Ураан, голубой зеленый. Почему не видно ничего? Потому что там один газ. Уран, что ты прячешь там внутри? А вот Нептун, он синий-синий весь. Он ледяной гигант, вода тут тоже есть. Теперь вы видели все.
все-все планеты. Но в космосе еще много интересного. Путешествие в космосе среди планет. Веселимся, играем все, нас Боб сквозь космос пронесет. Надеюсь, вам понравилось путешествие по планетам вместе с паровозиком Бобом. Привет! Я паровозик Боб. Оу, глядите на эти цифры! Поехали, поиграем с ними! Раз, два, три и четыре, пять, шесть, семь и восемь, девять и десять. Оу, ну разве это не забавно? Раз, два, три и четыре, пять, шесть, семь и восемь, девять и десять. И еще разок. Вперед! Раз, два, три и четыре, пять, шесть, семь и восемь, девять и десять. Я люблю играть с цифрами. Поехали со мной, споем со мной, станцуем под песенку цифр. Вам понравилось? Скорей возвращайтесь, чтобы вновь поиграть с паровозиком Бобом! Привет! Я паровозик Боб! Хотите отправиться со мной в путешествие по буквам алфавита? A, B, C, E, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, E, V, W, X, E, Y, E, Z. Ну разве не весело? А теперь давайте начнем с Z. Z, E, Y, E, X, E, W, V, E, U, E, D, E, S, R, E, Q, E, P, E, O, N, E, M, E, L, K, J, I, E, H, E, G, E, F, E, D, C, E, B, E, A. А теперь давайте еще раз начнем с A. Споем все вместе. A, E, B, E, C, E, D, E, E, F, E, G, H, I, J, E, K, E, L, E, M, N, E, O, E, P, Q, R, S, E, T, E, U, E, V, W, X, E, Y, E, Z. Вам понравилось путешествие по буквам алфавита? Yeah! Скоро снова увидимся! Ребята, хотите прокатиться по городу? Yeah! А ну-ка, запрыгивайте! Колеса паровозика крутятся, крутятся, крутятся. Колеса паровозика крутятся всю дорогу. Гудут.
боку паровозика все свистит, все свистит, все свистит. Гудок у паровозика все свистит всю дорогу. Моторчик паровозика чух-чух-чух, чух-чух-чух, чух-чух-чух. Моторчик паровозика чух-чух-чух всю дорогу. Вагончики трясутся вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз. Вагончики трясутся вверх и вниз всю дорогу. Малышки в паровозике все кричат, все кричат, все кричат. Малышки в паровозике все кричат всю дорогу. Мамашки в паровозике. Мамашки в паровозике всю дорогу. Пассажиры паровозика трусятся, трусятся, трусятся. Пассажиры паровозика трусятся всю дорогу. Под паровозиком рельсы все стучат, все стучат, все стучат. Под паровозиком рельсы все стучат всю дорогу. Вам понравилось с паровозиком Бобом? Возвращайтесь скорее! Было 10 их в кроватке, и один малыш сказал: «А ну, перевернулись!» И все перевернулись, а один упал. 9! 9! Было 9 их в кроватке, и один малыш сказал: «А ну, перевернулись!» И все перевернулись, а один упал. 8! 8! Было 8 их в кроватке, и один малыш сказал: «А ну, перевернулись!» И все перевернулись, а один упал. 7! 7! Было 7 их в кроватке, и один малыш сказал: «А ну, перевернулись!» И все перевернулись, а один упал. 6! 6! Было 6 их в кроватке, и один малыш сказал: «А ну, перевернулись!» И все перевернулись, а один упал. 5! 5! Было 5 в кроватке, и один малыш сказал: «А ну, перевернулись!» И все перевернулись, а один упал. 4! 4! Было 4 в кроватке, и один малыш сказал: «А ну, перевернулись!» И все перевернулись, а один упал. 3! 3! Было 3 в кроватке, и один малыш сказал: «А ну, перевернулись!» И все перевернулись, а один упал. 2! 2! Было 2 их в кроватке, и один малыш сказал: «А ну, перевернулись!» И все перевернулись, а один упал. 1! 1! Был 1 малыш в кроватке, он сказал всем: «Доброй ночи!» Ребята, давайте посмотрим, чем занят малыш Джонни. Джонни, Джонни, да, папа, кушал сахар, нет, папа. Ох, врунишка, нет, папа. Открой коротик. Ха-ха-ха! Джонни, Джонни, да, папа, кушал сахар, нет, папа. Ох, врунишка, нет, папа. Открой коротик. Ха-ха-ха! Джонни, Джонни, да, папа, кушал сахар, нет, папа. Ох, врунишка, нет, папа. Открой коротик. Ха-ха-ха! Джонни, маленький проказник, не так ли?